Привет всем! В эфире дневники проекта «Центральная Азия ищет таланты». Вас ждут истории, которые не вошли в основной выпуск шоу. Не переключайтесь, будет интересно. Обещаю. Первый сезон проекта «Центральная Азия ищет таланты» стартовал в 2019 году. Съемки второго сезона пришлось перенести из-за пандемии коронавируса, которая диктовала свои правила. Наконец, в 2021 году мы вернулись с новыми силами и готовы показать самых талантливых ребят из Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. В целях безопасности организаторами шоу были соблюдены все меры безопасности. Участники проекта сдавали ПЦР-тесты перед приездом в Казахстан и сразу после. Не осталась в стороне и съемочная группа шоу. Как известно, шоу «Central Asia's Got Talent» — это не только выступление участников на сцене. За кадром работает команда, без которой невозможно обойтись. Сергей Набоков, оператор-постановщик, ответственный за красивую картинку. Нуржауан Табылдиева, исполнительный продюсер, знает, как решить любую проблему. Сергей Шаров, инженер передвижной телевизионной станции, ответственный за камеры. Михаил Дубейковский, он тоже отвечает за камеры. Ернур Айдарбек, оператор. Любимая фраза «Давайте переснимем на всякий случай». Аринат Нуриев, электрик, отвечает за свет, звук и LED на съемочной площадке. Ильнур Габидуллин, техник, знает, как сделать так, чтобы все слышали и видели. Свет и звук – любимые его слова. Алуа Ефимова, редактор. Задает вопросы и ждет на них развернутые ответы. Балжан Габдрахимова, администратор. Ответственная за порядок на съемочной площадке. Никто из участников не покинет площадку, пока Балжан не разрешит. Руслан Газдаров. Администратор. Любимая фраза «Слушайте внимательно, я второй раз не повторяю». Строг, но в меру. Альфия Хайдарова, редактор. Задает вопросы и слушает ответы. Мечтает, чтобы у каждого участника была в жизни Санта-Барбара, о которой мы бы смогли рассказать. Интервью, вам вообще нравится эта работа? Конечно, это моя любимая работа. Прекрасно. А как сюда попали? Как сюда попал? На поезде приехал. Роман Хазиахметов. Оператор во втором поколении. Очень любит свою работу. Так сильно, что хочет стать финансовым аналитиком. Ну, вообще, по жизни я фотограф. Султан Сатыбалдиев. Фотограф по призванию и мастер своего дела. Поэтому у наших участников и членов команды есть качественные фото. И это лишь небольшая часть команды, которая работает над проектом Central Asia's Got Talent. В поисках талантливых участников продюсерская группа проекта проделала большой путь. Объездила 5 стран и отсмотрела огромное количество номеров. Самые яркие приехали сегодня в Туркестан, чтобы пройти кастинг для дальнейшего участия в шоу. Привет, Казахстан! Привет, Казахстан!
Елик! Экранное время основных выпусков не позволяет показать всю закулисную жизнь наших участников. Прежде чем выйти на сцену, они проведут несколько дней в Пакистане. Давайте посмотрим, как и где будут жить ребята. Знаете, я очень люблю, на самом деле, все эти путешествия. Это моя жизнь, творческая жизнь. Этот конкурс откроет мне новые возможности. А на самом деле я просто решила, что я должна просто получить удовольствие от всего происходящего. Я обожаю такие мероприятия, обожаю съемки, обожаю шоу. Я жду не дождусь, когда уже начнутся эти съемки. Ну что ж, ребят, я думаю, на этом хватит. Мне пора отдыхать, правда. Я очень устала с дороги, я хочу быть в «Голосе». Поэтому все, пока-пока. До свидания! Наконец-то он навесил. Долго я этого ждала. Некоторые из участников не хотели расставаться ни на минуту. Дело могло дойти и до слез. Будьте вместе, будете целоваться, а спать просто будете здесь. Какая разница, с кем спать? Мама, ну ты что? Ты с кем хочешь жить в нами? Втроем хочу жить. С кем втроем? Как зовут? Амира и Садат. Ты расставлена из-за того, что ты не знаешь, расстанешься с кем из нас? Нет. Нет, это даем. Амира пойдет с кем? Она не сможет. Тогда все, давайте вот так, да? Смотрите, вы молодцы. Молчат, вообще ничего не говорят. Молодцы, группа понимает. Будут спать и все, да? Какая разница? Девочки, так, давайте, тогда мы делимся, да, так? У нас Иркина и Джилдыс идут. Все, молодцы, спокойно. Шри с Назирке, Ульяна, София, да? Дальше у нас девочки втроем тогда, двухместный номер, но будет одна на кушетке спать, ну, на раскладушке. Понятно? Все, выбирайте так, кто из вас спит на раскладушке сами, раз вы захотели втроем быть. Пусть Нагима спит на раскладушке, да, же тоже вся. А вот и наш номер. Куда мы будем заселяться? Заходим. Наконец-то добрались. Какой номер? 411. Давай, ищи. 411. Долго летели. Давай. Больше ждали, чем летели. Да, устали. Можешь открыть? Да. Ну все, с приездом? С приездом. Слушай, что волнуешься? Какие волнения? Диван, все, подушка. То, что нужно было, то, что ожидали. Кстати, как тебе наши эти, супер, можно сказать, коллеги? Да. Все уже подружились, сейчас уже нашли общий язык. Они все такие прям крутые, сильные. Слушай, а у тебя какое примерное исполнение будет? Да, какой жанр? Ну, ты знаешь, я еще люблю, помимо танцев, я еще люблю петь. Mm-hmm. Пою я в основном песни вот ретро, то есть Советский mm-hmm. Союз, это прям мое, да? Да, супер. Сейчас, кстати, на ужин позвали. Mm-hmm. Нужно будет спуститься. Когда я летела сверху, я видела такой красивый город. Тебе понравилось, хоть в темноте ты увидела, да? Я все равно увидела. А рядом с тобой сидело много ребят, с которыми ты подружилась. Да. Они классно поют, да? Да, очень.
Очень классно. А ты как думаешь, как ты выступишь? Очень классно и всем понравится. Я это точно уверена. Кто из этих ребят достоин пройти в следующий тур, решают судьи проекта, у которых такое же чемоданное настроение. Прекрасный полет, замечательный аэропорт в Туркестане и чудесная погода. Ожидания самые большие, потому что я жду с нетерпением момента, когда наши участники появятся уже на сцене. Главное, чтобы все долетели до Туркестана. Казахстан, еще раз привет! Наконец-то мы вместе. Central Asia's Got Talent. Ребятушки, те, кто будут участвовать, все участники, я вас всех жду. Это раз. Во-вторых, я вам всем желаю удачи. А в-третьих, мы все одна семья. Central Asia's Got Talent – это огромная семья. До встречи! Для нас это большая ответственность. Мы понимаем, что каким-то грубым словом, да, мы можем отбить желание у человека продолжать дальше. Поэтому, конечно, даже если надо человеку где-то доработать, если он даже не дотянул, нужно так дать ответ, чтобы он не сломался и чтобы он продолжил работать, продолжил верить в себя. На самом деле это впервые, когда мы кого-то оцениваем. До этого было много раз, когда оценивали нас. Поэтому мы прекрасно понимаем чувства тех, кто находится на сцене. И понимаем, насколько вот для нас каждые просто 3 минуты, и появится другой участник. А для этого участника, это вот, возможно, он шел к этому всю жизнь. Будут люди, которые будут обижаться, которые... В любом случае, всем сказать «да» невозможно. Но мы стараемся быть максимально справедливыми и сделать так, что даже если в этот раз не получилось у человека, чтобы у него в следующий раз обязательно все получилось. Хотим максимально помочь конкурсантам раскрыть себя. Ведущего проекта Эркина Рыскулбекова наблюдательный зритель может помнить с первого сезона шоу. Как только Эркин узнал о запуске второго сезона, он быстро собрал чемодан и отправился в Казахстан. Не, ну красиво, красивый город. Я второй раз здесь, но правда... Правда, надо отдыхать. Коллеги, все, встретимся на съемочной площадке. Казахи очень гостеприимны. Обожаю вас. Тем временем команда проекта ведет подготовку зала. Выстраивают декорации, выставляют свет, настраивают звук. Помним, золотая кнопка – это прямой билет в полуфинал шоу. Участник, получивший ее, минует этап Deliberation и проходит в полуфинал шоу. Истории некоторых участников не входят в основной выпуск шоу. Поэтому о них мы расскажем вам в дневниках проекта. Свой путь к успеху эти ребята прокладывают ежедневной работой над собой. Меня зовут Балат Аида, мне 15 лет, я из города Нур-Султан. Занимаюсь вокалом примерно с 6 лет. Не думал, что я запою когда-нибудь. То есть меня дали на кружок вокала, чтобы я просто чем-то занималась. А потом это как-то превратилось в то, что вот я профессионально начала заниматься вокалом. Я участвовала в прошлом сезоне проекта Central Asia's Got Talent, и я дошла до полуфинала. Я пришла, чтобы попробовать еще раз, чтобы посмотреть, насколько я выросла
И то есть, если даже я не выиграю, да, что-то, то все равно я наберусь опыта. Да, я мечтатель. Но я не просто мечтаю, то есть я проделаю определенную работу, чтобы достигнуть своей цели. В прошлом году, если я была эмоциональной, сейчас это уже более спокойная, собранная, сдержанная Ида, которая знает, зачем пришла. Волосы нормально, да? Волосы нормально лежат? А смотреть на вас или на камеру? На вас? Ну, нет, особо нет. Здравствуйте, меня зовут Абдусаматова Бекимай. Мне 36 лет. Я певица из Кыргызстана. Ну, я была и в Штатах, там тоже в школе я выступала, там по обменной программе ездила, в театре была, пела, в мюзикле участвовала, ну, в школьном мюзикле. Относительно недавно я ездила в Дубай, работала там 3 года, вот, и из-за пандемии вернулась, но плюс еще как бы соскучилась уже по родине, по семье. В Дубае я также ходила на открытые микрофоны, пела, выступала. Там я работала, к сожалению, не певицей, работала в театре. Это был театр, похожий на цирк Дю Солей. Вот, и я там работала как бы кассиром, но также у меня была возможность смотреть шоу каждый день. Это было просто необычайное шоу. Я еще не замужем, у меня нет детей, но я планирую. Я являюсь активным участником, активным членом велосообщества Кыргызстана. Меня очень радует, что у нас все больше и больше участников с каждым годом. Мои мама и папа, они развелись до моего рождения. И я его не видела ни разу в жизни. Я мысленно обращаюсь к нему, говорю, что вот благослови меня там на карьеру, на, как бы, на все хорошее в жизни. И у меня нету к нему сейчас обид. Но я слышала, что он тоже поет, но поет не профессионально, а вот там на посиделках для друзей. Мне сейчас хотелось бы больше узнать его. Я бы очень хотела с ним встретиться, узнать, какой он. Нормально? Что, мне кажется, я вообще ужасно что-то сказала. Не знаю. Я вообще не улыбалась и как-то это... Не раскрылась вот такая, не расслабилась. Я такая сделала вот так. Я бы никогда не подумала, что она так сделает. Браво! Я хочу, чтобы ваша мечта исполнилась. Я говорю вам «да». Вау! Да. Спасибо большое. У вас 3 «да», 1 «нет», но, тем не менее, вы проходите в следующий тур нашего шоу. Удачи! Спасибо большое. Молодец. Так классно, что мы вообще здесь находимся. Такая атмосфера классная, столько творческих людей. Не говори. Я вообще не могла поверить, но мечты сбываются. Увидеть все выступления вы можете на площадке iTube, а также в эфире рейтинговых телеканалов всех стран-участниц. Это НТК и Туркестан ТВ в Казахстане, телеканал «Софина» в Таджикистане, КТРК и КТРК «Музыка» в Кыргызстане, телеканал «Севимли» в Узбекистане и «Хазар ТВ» в Азербайджане. Шоу «Central Asia's Got Talent» дарит ощущение счастья и напоминает о том, что все возможно. Истории участников удивляют, а их талант восхищает. Порой самое интересное остается за кадром.
Такими моментами мы поделимся в дневниках шоу. Не пропусти. До встречи.